горячо любимая Божественная Мать вечным, постоянным потоком вливает в меня могучую, несокрушимую, божественную, оздоравливающую силу. Оздоравливающая сила усиливает все системы организма, активизирует все внутренние органы. А Божественная Мать постоянным вечным потоком вливает в мою нервную систему гигантскую титаническую божественную силу, усиливает нервную систему в миллионы раз. В головном спинном мозгу есть специальные нервные клетки, образующие мозговые механизмы, которые активизируют весь организм на борьбу с инфекцией, на уничтожение всей инфекции. Божественная Мать целенаправленным потоком в эти нервные клетки в головном спинном мозгу вливает гигантскую титаническую энергию быстрого развития, гигантскую титаническую божественную силу. Божественная Мать в миллионы раз физиологически усиливает нервные клетки, которые мобилизуют все защитные силы организма на уничтожение инфекции. Головной спинной мозг в миллионы раз энергичней активизирует все защитные силы организма на уничтожение инфекции. Все нервные клетки, образующие мозговые механизмы, которые мобилизуют в организме все силы, все возможности на борьбу с инфекцией, усиливаются в миллионы раз. Мозговые механизмы, активизирующие организм на борьбу с болезнью, на борьбу с инфекцией, усиливаются в миллионы раз. А горячо любимая Божественная Мать во все структуры организма постоянным вечным потоком вливает гигантскую титаническую оздоравливающую божественную силу. Божественная Мать постоянным вечным потоком вливается во все структуры организма, во все внутренние органы, во все ткани. Весь организм здоровеет, физиологически активизируется, усиливается, а головной спинной мозг в миллионы раз усиливает все защитные механизмы, мобилизует все безграничные возможности организма на полное уничтожение всей инфекции, всех вирусов, всех болезнетворных микробов. Я стараюсь это как можно глубже осмыслить. Мой организм начинает в миллионы раз энергичней бороться с болезнетворными микробами, с болезнетворными вирусами, с гигантской титанической энергией начинает уничтожать всю инфекцию в организме. А горячо любимая Божественная Мать моему организму активно и энергично помогает во все мозговые механизмы, управляющие защитными силами организма, вливает гигантскую титаническую физиологическую энергию быстрого развития, гигантскую титаническую божественную силу. Днем и ночью, каждое мгновение,
Божественная Мать вливает в мозговые механизмы, активизирующие защитные силы организма, новый гигантский титанический заряд божественной жизненной силы, божественной физиологической энергии. Днем и ночью, каждое мгновение Божественная Мать вливает новый гигантский титанический заряд физиологической энергии, гигантский титанический заряд божественной силы во все нервные клетки, управляющие защитными механизмами организма. Головной спинной мозг в миллионы раз энергичней мобилизует все защитные механизмы, все возможности организма на уничтожение инфекции. Организм физиологически усиливается в миллионы раз на борьбу с инфекцией. В миллионы раз энергичней организм уничтожает все болезнетворные микробы, все болезнетворные вирусы. Идет полное, абсолютное оздоровление всего организма, всех его структур. А Божественная Мать постоянным вечным потоком во все структуры моего организма вливает гигантскую титаническую божественную оздоравливающую силу. Гигантская титаническая божественная оздоравливающая сила вливается сплошным потоком во все структуры организма, активизирует весь организм, все защитные механизмы. А горячо любимая Божественная Мать активно и энергично помогает моему организму уничтожить инфекции. Божественная Мать постоянным вечным потоком вливает в меня святое божественное исцеление, которое с гигантской титанической энергией уничтожает все болезнетворные микробы, все болезнетворные вирусы. Я стараюсь это как можно глубже осмыслить. Весь мой организм постоянно вечно наполнен святым божественным исцелением, который с гигантской титанической энергией уничтожает всю инфекцию в организме, уничтожает все болезнетворные микробы, уничтожает все болезнетворные вирусы. Я стараюсь это как можно глубже осмыслить. Я постоянно, вечно нахожусь под божественной защитой. Я постоянно вечно нахожусь под божественной защитой. Горячо любимая Божественная Мать постоянным вечным потоком вливает в меня святое божественное исцеление, которое с гигантской титанической энергией, с гигантской скоростью уничтожает в организме всю инфекцию, все болезнетворные микробы, все болезнетворные вирусы. Святое божественное исцеление с гигантской титанической энергией, с гигантской скоростью оздоравливает меня всего насквозь. Святое божественное исцеление с гигантской титанической энергии, с гигантской скоростью уничтожает в организме всю вредную инфекцию. С гигантской скоростью я выздоравливаю. Идет полное абсолютное выздоровление.
Все болезнетворные микробы в моем организме мгновенно гибнут. Святое божественное исцеление во всех структурах организма с гигантской скоростью уничтожает всю инфекцию. Все вредные микробы, попавшие в организм, мгновенно уничтожаются божественным исцелением. А головной спинной мозг с гигантской титанической энергией активизирует все защитные силы организма на борьбу с инфекцией. В миллионы раз усиливается организм в борьбе с инфекцией. Защитные силы организма усиливаются в миллионы раз. С гигантской титанической энергией организм уничтожает всю инфекцию. Идет полное абсолютное выздоровление. Я обладаю божественной, все побеждающей силой духа. Я направляю божественную, все побеждающую силу духа на уничтожение инфекции. Я титанической ненавистью ненавижу инфекцию. Я титанической ненавистью ненавижу все болезнетворные микробы, все болезнетворные вирусы. Я гигантской титанической ненавистью мгновенно уничтожаю в организме всю инфекцию. Я стараюсь это как можно глубже осмыслить. Гигантской титанической ненавистью я в одно мгновение уничтожаю в организме всю инфекцию, все болезнетворные микробы, все болезнетворные вирусы. Вся инфекция мгновенно гибнет под моей титанической ненавистью. Моя титаническая ненависть в одно мгновение убивает, уничтожает всю инфекцию. Моя гигантская титаническая ненависть в одно мгновение уничтожает в организме все болезнетворные микробы, все болезнетворные вирусы. Я с гигантской скоростью в одно мгновение рождаюсь абсолютно здоровым, божественно здоровым. А горячо любимая Божественная Мать активно, энергично мне помогает. В мозговые механизмы воли Божественная Мать вливает гигантскую титаническую физиологическую энергию, гигантскую титаническую божественную силу. Божественная Мать в миллионы раз усиливает мозговые механизмы воли духовной силы. Божественная Мать в миллионы раз усиливает мою волю. Рождается гигантская, титаническая, все побеждающая божественная сила духа. Я направляю свою божественную, титаническую, все побеждающую силу духа на уничтожение всей инфекции. Я своей гигантской титанической ненавистью в одно мгновение уничтожаю в организме всю инфекцию. Вся инфекция в моем организме мгновенно гибнет. Своей божественной, все побеждающей силой духа я мгновенно уничтожаю все болезнетворные микробы, попавшие в мой организм. Идет абсолютное оздоровление всего организма, всех его структур.
во всех внутренних органах, во всех лимфатических узлах. Вся инфекция мгновенно гибнет. Во всех внутренних органах все болезнетворные микробы мгновенно гибнут. Все вирусы, все болезнетворные микробы в дыхательных путях, в легочной ткани мгновенно гибнут. Во всей нервной системе все болезнетворные микробы, все вирусы мгновенно гибнут. Святое божественное исцеление с титанической энергией в одно мгновение уничтожает всю инфекцию. Я гигантской титанической ненавистью в одно мгновение уничтожаю всю инфекцию. Божественная мать в миллионы раз усиливает мозговые механизмы, мобилизующие защитные силы организма. Головной спинной мозг с гигантской титанической энергией мобилизует, активизирует все защитные механизмы, все защитные силы организма. Защитные механизмы организма усиливаются в миллионы раз. Я стараюсь это как можно глубже осмыслить. Защитные мозговые механизмы организма усиливаются в миллионы раз. Весь организм в миллионы раз усиливается в борьбе с инфекцией. Весь организм с гигантской титанической энергией, с гигантской скоростью уничтожает все болезнетворные микробы, все болезнетворные вирусы, попавшие во внутреннюю среду организма. С гигантской скоростью я здоровею, крепну. Я в одно мгновение рождаюсь абсолютно здоровым, идеально здоровым, божественно здоровым человеком. А горячо любимая Божественная Мать во всю мою нервную систему постоянным вечным потоком вливает гигантскую титаническую физиологическую энергию развития, гигантскую титаническую жизненную силу. Божественная Мать в миллионы раз усиливает мою нервную систему. Нервная система усиливается в миллионы раз. Нервная система с гигантской титанической энергией мобилизует все защитные механизмы, все безграничные возможности организма на уничтожение инфекции. Я с титанической силой стараюсь, с яркостью молнии ощущать мгновенное выздоровление. Я с титанической силой стараюсь с яркостью молнии ощущать себя абсолютно здоровым, божественно здоровым, несокрушимо здоровым человеком. Я с титанической силой стараюсь с яркостью молнии ощущать себя несокрушимо здоровым, божественно здоровым человеком. В миллионы раз возрастает стойкость организма. В миллионы раз возрастает стойкость божественно правильной работы всей нервной системы. В миллионы раз возрастает стойкость божественно правильного управления мозгом всеми процессами в организме. С гигантской титанической несокрушимой стойкостью
стойкостью. Весь организм продолжает жить божественно здоровой, абсолютно здоровой, энергичной жизнью. Я стараюсь это как можно глубже осмыслить. Я с титанической, несокрушимой стойкостью сохраняю несокрушимо крепкое здоровье. Я с титанической, несокрушимой стойкостью сохраняю божественное, абсолютное, несокрушимое здоровье. А горячо любимая божественная мать постоянно усиливает мозговые механизмы воли, духовной силы. Я с яркостью молнии ощущаю постоянное прибавление духовной силы. Я с яркостью молнии ощущаю в себе божественную, непобедимую силу духа. Я с яркостью молнии ощущаю в себе божественную, непобедимую силу духа. Я с яркостью молнии ощущаю постоянное непрерывное развитие способности к волевым усилиям. Я с титанической силой стараюсь с яркостью молнии ощущать себя божественно здоровым, абсолютно здоровым, несокрушимо здоровым человеком. А горячо любимая божественная мать продолжает укреплять мое здоровье, продолжает постоянным вечным потоком вливать в меня несокрушимую, могучую, титаническую, оздоравливающую божественную силу. Божественная титаническая оздоравливающая сила вечным постоянным потоком вливается во все структуры моего организма, во все внутренние органы, во все ткани, во все мои кости. Во всех костях вся инфекция мгновенно уничтожается, мгновенно гибнет. Во всей системе дыхания вся инфекция мгновенно гибнет, уничтожается святым божественным исцелением. Все дыхательные пути рождаются абсолютно здоровыми, божественно здоровыми, физиологически энергичными, несокрушимо здоровыми. Во все мои нервы вливается стальная крепость, во все нервы в дыхательных путях вливается стальная крепость. В дыхательных путях здоровеют, крепнут нервы. Во все мои нервы вливается стальная крепость. С яркостью молнии ощущаю, как постоянно вечно здоровеют, крепнут нервы. Я с яркостью молнии ощущаю себя человеком стальных нервов. Я с яркостью молнии ощущаю себя человеком несокрушимо здоровым. Я с титанической силой стараюсь с яркостью молнии ощущать себя человеком несокрушимо здоровым. Я с гигантской титанической несокрушимой стойкостью сохраняю прекрасное самочувствие, веселое, жизнерадостное настроение. А Божественная Мать постоянным вечным потоком вливает в меня гигантскую энергию новорожденной юности. Во все структуры моего организма постоянным вечным потоком вливается гигантская энергия юности. Во все структуры моего организма постоянным вечным потоком вливается гигантская божественная сила жизни.
а горячо любимая Божественная Мать днем и ночью. Каждое мгновение вливает в меня новый гигантский титанический заряд божественной жизненной силы. Все структуры моего организма переполнены гигантской титанической жизненной силой. Все структуры моего организма вечно переполнены гигантской энергией новорожденной юности. Во всем теле гигантская энергия юности бьет ключом. Во всех внутренних органах гигантская энергия юности бьет ключом. Я с гигантской, титанической, несокрушимой стойкостью постоянно, вечно сохраняю прекрасное самочувствие, веселое, жизнерадостное настроение. Я с титанической силой стараюсь с яркостью молнии ощущать себя несокрушимо здоровым от рождения до сегодняшнего дня. Я с титанической силой стараюсь с яркостью молнии ощущать себя человеком стальных нервов от рождения до сегодняшнего дня. Я с титанической силой стараюсь яркостью молнии ощущать себя постоянно здоровеющим, крепнущим человеком. Я с каждым мгновением рождаюсь все более здоровым, все более несокрушимо здоровым. Несокрушимо крепкое здоровье светится в моих глазах. Несокрушимая сила жизни светится в моих глазах. А горячо любимая Божественная Мать постоянным вечным потоком вливает в меня вечно новую божественную радость. Вечно новая божественная радость всего насквозь меня наполняет. Вечно новая божественная радость наполняет все внутренние органы, все структуры организма. Вечно новая божественная радость во всех структурах организма рождает новую божественную энергию жизни. Я с каждым мгновением наполняюсь все новой энергией жизни. Я с каждым мгновением рождаюсь все более энергичным, все более крепко здоровым. А Божественная Мать вечным постоянным потоком вливает во всю мою нервную систему гигантскую титаническую божественную силу, которая в миллионы раз повышает стойкость божественно правильной работы нервной системы. В миллионы раз повышается стойкость божественно правильного управления нервной системой всеми процессами в организме. С титанической несокрушимой стойкостью нервная система божественно правильно и энергично, как в юные 17 лет, управляет всеми процессами в организме. Нервная система с титанической несокрушимой стойкостью мобилизует все защитные силы организма на борьбу с инфекцией. Организм в миллионы раз энергичнее уничтожает инфекцию. Организм в миллионы раз энергичнее уничтожает инфекцию. Организм в миллионы раз быстрее уничтожает всю инфекцию. Я с гигантской
скоростью в одно мгновение рождаюсь божественно здоровым, абсолютно здоровым человеком. И это наполняет меня торжествующей радостью жизни. А горячо любимая божественная мать во всю мою нервную систему постоянным потоком вливает титаническую божественную оздоравливающую силу. Божественная титаническая оздоравливающая сила постоянно оздоравливает всю мою нервную систему, уничтожает в нервной системе всю инфекцию. Вся нервная система постоянно с несокрушимой стойкостью сохраняет божественное абсолютное здоровье. Вся нервная система непрерывно усиливается, непрерывно повышается стойкость божественно правильной работы нервной системы. В миллион раз повышается стойкость божественно правильной работы головного спинного мозга. Рождается титанически стойкое несокрушимое здоровье. Титанически стойкое, несокрушимо крепкое здоровье светится в моих глазах. Торжествующая сила жизни светится в моих глазах. Я с титанической силой стараюсь яркостью молнии ощущать себя абсолютно здоровым, несокрушимо здоров. А горячо любимая божественная мать постоянным вечным потоком вливает в меня святое божественное исцеление, которое с титанической энергией мгновенно уничтожает всю инфекцию, которая попадает во внутреннюю среду организма. А головной спинной мозг в миллионы раз усиливает физиологически, активизирует все защитные механизмы на борьбу с инфекцией. Защитные механизмы организма мгновенно убивают, уничтожают всю инфекцию, которая попадает во внутреннюю среду организма. А я своей гигантской титанической ненавистью ненавижу инфекцию, ненавижу болезнетворные микробы, болезнетворные вирусы, попадающие во внутреннюю среду моего организма. Я своей гигантской титанической ненавистью в одно мгновение уничтожаю попавшие во внутреннюю среду организма все болезнетворные вирусы, все болезнетворные микробы. С гигантской титанической несокрушимой стойкостью я постоянно сохраняю абсолютное здоровье, несокрушимо крепкое здоровье и продолжаю здороветь и крепко. Вся моя нервная система постоянно усиливается. Святое божественное исцеление постоянно наполняет всю мою нервную систему. Святое божественное исцеление с гигантской титанической энергией помогает всем нервным клеткам головного спинного мозга восстанавливают необходимое количество всех микроэлементов, восстанавливают необходимое количество лития. Святое божественное исцеление
постоянно с гигантской титанической энергией восстанавливает полноценный биохимический состав всех структур нервных клеток головного и спинного мозга. Святое божественное исцеление постоянно, вечно с титанической энергией восстанавливает новорожденное юное строение нервных клеток, обладающее гигантской титанической физиологической энергией. Все нервные клетки постоянно, вечно восстанавливают полноценный, божественно правильный биохимический состав. Вся нервная система постоянно, вечно восстанавливает свое новорожденное юное строение, обладающее гигантской титанической физиологической энергией, обладающее гигантской титанической стойкостью божественно правильной работы. Вся нервная система с гигантской титанической стойкостью божественно правильно управляет всеми процессами в организме, как в юные 17 лет. Все процессы в организме протекают энергично, божественно, правильно, как в юные 17 лет. И я все более ярко, все более отчетливо ощущаю себя 17-летним, несокрушимо здоровым, абсолютно здоровым юношей. Я с титанической силой стараюсь с яркостью молнии ощущать себя несокрушимо здоровым, божественно здоровым юношей. Несокрушимо крепкое здоровье божественная мать вливает в меня вечным постоянным потоком. Божественная мать постоянно увеличивает стойкость божественно правильной работы всех систем организма, всех внутренних органов. Весь организм с титанической несокрушимой стойкостью живет божественно здоровой, несокрушимо здоровой, энергичной жизнью. Я с титанической силой стараюсь с яркостью молнии ощущать несокрушимую устойчивость божественно правильной здоровой жизни всего организма. А горячо любимая Божественная Мать активно и энергично мне помогает, в миллионы раз усиливает мою духовную мощь, в миллионы раз усиливает мозговые механизмы воли духовной силы. Божественная Мать целенаправленным потоком вливает в передние лобные доли мозга святое божественное исцеление, которое с гигантской титанической энергией постоянно восстанавливает полноценный биохимический состав всех нервных клеток лобных долей головного мозга. Святое божественное исцеление постоянно вечно с гигантской титанической энергией восстанавливает полноценный биохимический, активный биохимический состав всех структур нервных клеток лобных долей головного мозга. В мозговые механизмы воли Божественная Мать постоянным вечным потоком вливает гигантскую титаническую физиологическую энергию быстрого, гигантски быстрого развития. С гигантской скоростью развиваются, усиливаются мозговые механизмы воли.
в миллионы раз физиологически усиливаются нервные клетки, образующие мозговые механизмы воли. В миллионы раз усиливается мое управление мыслями, чувствами, всем своим поведением. В миллионы раз усиливается стойкость моего прекрасного самочувствия, веселого, жизнерадостного настроения. С гигантской, титанической, несокрушимой стойкостью я постоянно сохраняю прекрасное самочувствие, веселое настроение. Сквозь все изменения погоды, климата, сквозь все вредные влияния внешней социальной среды, я с гигантской, титанической, несокрушимой стойкостью сохраняю прекрасное самочувствие, веселое жизнерадостное настроение, сохраняю божественное, несокрушимо крепкое здоровье. И сквозь все вредные влияния внешней среды продолжаю здороветь и крепнуть. Все мои способности продолжают постоянно, быстро развиваться. Я рождаюсь все более способным, все более талантливым, все более гениальным человеком. Я с каждым мгновением рождаюсь все более здоровым, все более крепко здоровым юношей. Я с каждым мгновением рождаюсь все более энергичным, все более быстрым, все более энергичным, все более быстрым. Я с титанической силой стараюсь с яркостью молнии постоянно ощущать в себе божественную, все побеждающую силу духа. И всегда в жизни с гигантской титанической энергией управлять своими чувствами, мыслями, всем своим поведением. Я с гигантской титанической силой стараюсь всегда вести себя как человек высокодуховный, как человек высочайшей духовной культуры. Я отношусь к себе с величайшим уважением, как к человеку высокодуховному, как к человеку высочайшей духовной культуры. Я отношусь к себе с величайшим уважением, как к человеку, который удостоен постоянной божественной помощи. Я живу божественно, свободно, абсолютно свободно. Сквозь все вредные влияния внешней среды я живу божественно, свободно. Я постоянно с гигантской титанической энергией преодолеваю все противодействующие силы. Я стою в жизни непоколебимо, как скала, о которую сокрушаются все противодействующие силы. Я с гигантской титанической энергией преодолеваю все трудности работы над собой. Я с гигантской титанической энергией преодолеваю все трудности работы над собой. Я могу с гигантской титанической энергией оздоравливать, омолаживать себя целый день напролет, не зная усталости. И после целого дня упорнейшей работы над собой я человек бодрый, свежий, энергичный, в прекрасном самочувствии, в прекрасном настроении. Веселый огонек все ярче светится в моих глазах. Вся душа поет от счастья, от радости жизни. Солнечная и светлая весенняя улыбка на моем лице. Торжество. Во несокрушимо крепкого здоровья всегда постоянно светится в моих глазах. Все побеждающее, торжествующая сила жизни светится в моих глазах.